Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, Чувашская республика удерживает достаточные объемы строительства и ввода жилья, отметил Михаил Мень. Подробнее о встрече главы Чувашии и министра строительства России в ближайшем выпуске программы «Республика». Между тем, очередной рейтинг влияния губернаторов России опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Глава Чувашской республики в сравнении с январем 2016 года сохранил свои позиции. Михаил Игнатьев входит в группу губернаторов России со значением «сильное влияние». Среди регионов ПФО это седьмая позиция. Первая же тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Миниханов.